И теперь обо всем подробнее. Неисправная электропроводка стала причиной пожара, уничтожившего здание типографии в Канске. Памятник архитектуры и истории — дом Чевелева. А в дальнейшем здание типографии не подожгли. И проблем с печным отоплением в нем не было, рассказали пожарные дознаватели журналистам. Причина возгорания послужило тепловое проявление электрического тока при пожароопасном аварийном режиме работы электрооборудования. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, поскольку электропроводка, поставляющая ток напряжением 220-380 вольт, не может рассматриваться как источник повышенной опасности. Напомним, пожар настиг здание 25 июня, вечернее время. Возгорание началось в западной части двухэтажного строения, где располагался магазин «Метелица». Там и были проблемы с электропроводкой. Однако дознаватели не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, несмотря на то, что ряд предпринимателей арендовали помещение в здании Канской типографии. Тем не менее, постановление отдела надзорной деятельности можно обжаловать в Канской межрайонной прокуратуре. Добавим, что при расследовании отрабатывалась версия поджога, но она не подтвердилась. Также несостоятельной оказалась и версия о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, потому как уже много лет типография пользовалась централизованным отоплением.